хлебом с солью встречали на московской земле делегацию представителей трудящихся Туркменистана в связи с подготовкой к празднованию 50-летия образования СССР. Москвичей горячо приветствовала заместитель председателя Совета министров Туркменской ССР Малаева. На встречах, происходивших в павильонах выставки достижений народного хозяйства СССР, посланцы солнечной Туркмении рассказали о выдающихся успехах туркменского народа во всех областях жизни. Нефть – гордость республики. По ее добыче туркменские нефтяники занимают третье место в стране. Туркмения – родина тонковолокнистых сортов хлопчатника. В этом году хлопкоробы республики обязались продать государству 930 тысяч тонн хлопка-сырца. Успехи хлопководства обеспечены широким размахом ирригационного строительства. Уже сегодня воды Каракумского канала орошают 350 тысяч гектаров безжизненных прежде земель. В дореволюционной России на 100 туркмен приходилось только 7 грамотных. Ныне Туркмения – республика сплошной грамотности. На ее территории действует 1650 школ, 5 вузов, 29 техникумов. В Туркмении своя Академия наук, 13 научных учреждений. Смотр успехов союзных республик на выставке достижений народного хозяйства СССР продолжается.